Добрейшего всем, дамы и господа, с вами Кулин, и добро пожаловать на новый выпуск Shadow Fight 3. И сегодня у нас будет взрывоопасно, поджигательно, ну и конечно же, как же у нас тут будет без фокусов, если у нас снова Покирушка. Да, неприятный момент с неприятными случаями. Появился, значит, он тут раз, так сказать, и устроил такой великолепнейший мне затею. В виде того, что я в итоге снимаю здесь, а не на эмуляторе. Да, а поначалу я хотел именно там снимать. Но уж простите, как говорится, игра крашится. Так что придется действовать другими методами против таких вот вещей. Ну ладно, но это мне помешает его грохнуть, спокойно взять, да и с чистой душу его отправить куда подальше. А то, понимаете ли, ну в натуре реально неприятный моментик. Ну ладно, я думаю, затягивать не будем, конечно же. Наливаем чудечки, ставим лайки, не записываем канал, ставим колокольчик с этими видосики. Ну и погнали, сейчас будем разбираться. А вот, пожалуйста, я иду, видите ли, снова здесь, да, вы не удивляйтесь. Ну, те, кто заметил, что у меня 5 жетонов есть, то это означает, что вы заметили фокус, который пытался ей сделать. Ну ладно, как бы и пофиг, чув, ничего страшного сильно и не произошло, так что погнали, будем сейчас так разбираться, и мне будет легче. Сержант, спасибо, не надо, я буду так, вот, на эпиках, я ж потом буду меняться против Акирюшки, ведь, понимаете ли, он может вас легко взять, да, и послать куда нахер подальше, поэтому, да ну шо уж так, и легче будет, и спокойнее, и нервы вы себе не испортите. Так ж, полетели, да. Как раз будем разбираться. Вот. А, нет, не убей, пожалуйста. Я еще жить-то хочу. А, ну да, естественно. Тут надо, видите ли, понимаете ли, то уворачиваться, то стоять в блоке. Нет, я сделал вот так вот, проще прям. Нет. Вот так, да? И полегче мне будет, и поприятнее с фокусами. Нет. Вот так вот. Нет, 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 нет. Ты меня, надеюсь, не грохнешь. Ну да, слава богу. Потому что ведь сейчас мог меня крит бабахнуть. Но не бабахнул. Это вам не линк варенье, понимаете ли. Хотя фокус такой мог бы привернуться. А, вот так вот тебя сделаю. Да, ну да, я забираю первый раунд. Все хорошо, все отлично. А правда у меня почему-то... Ну, ничего страшного. Ведь, понимаете, надо с этим жить да выживать. Вариантов ведь же нету, да. Так что, давайте-ка, полетели. А, нет, не убей, пожалуйста. Я все еще жить-то хочу. Опа-на. Вот так вот я сделаю. А потом вот так вот. Ну и понеслась. И сделаю круче. Нет, не убьешь. Все. Так, а, вставай. А вот так-то лучше будет. Все, забираю, перфекто, все верно, я надеюсь, потому что я же забрал так, да? Нет, перфекто не дали, ну печаленько, ладно, с этим придется как-то немножечко смириться, но вариантов, понимаете, нету. Придется вот так вот взаимодействовать. Так, что сейчас, дождусь, да подождусь, и я иду снова дальше разбираться с нашими господинами. Да, сейчас, да, здесь у нас будет, естественно, силач, который... Возьмет, да и скажет, опа, да, да, здрасте, да, я мужик такой, понимаешь, красивый с бородой, да. Ну давай на всякий случай я проверю, погоди-ка, управление, чтобы мне было полегче. А, все нормально здесь, ну хорошо. А то, понимаете, ну, становится немножко непривычненько. Ладно, вот так вот сделаю. Заманочка великолепная, да, соглашусь. А потом вот так вот. Стоим, значит. А нет, не убей. Естественно. Ладно-ка. Вот так вот. Я поступлю по-красивому. Лови. Вот ты меня в этом моменте убьешь. И я спокойно шок раздаю. Вот так вот. Нет. Нет, 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 нет. Нет, твой пистолет, понимаешь ли, не помяха. Я же все равно ж тебя забираю. А так сказать, по-лучшему, по-хорошечному. Ну, естественно... с особенностями, которые я пригнал снова сюда. Да-да. Не удивляйтесь. И я иду снова сюда. Уже во второй раунд. Где я просто буду делать спокойно и с душой. А нет, не убей.
держи. Опа-на. Ну, конечно, не повезло, так сказать. Действие арены приводит к тому, что в итоге здесь сливаются к чертям собачьим. Я вот так вот сделаю. А потом вот так вот. Налегке. Запиная. И снова вот так. Ну, я, естественно, забираю. Спокойно видно. С перфектом? Да? Нет. Игра мне перфекту не говорит, понимаешь ли, отказывает. Да, печалька. Но зато я забираю жетонски, которые мне, к сожалению, не пригодятся, потому что я все равно на них фиг забью. Бочинские, не знаю, все равно протекут и как бы мне ничего нового не дают. Да. А понимаете ли, у меня весь мир Маркуса пройден, и как бы, чё, у меня столько силы, я могу просто гонять дальше со всей силой, спокойно разбираться с остальными и не париться, чё уже там такого-то. Ну, а если чё, там, опять же, с ивентами, там, нагнать чё-нибудь, да, хорошечное сделать и... Это будет вообще идеально. Ладно, давай. Сейчас у нас там будет дальше кукла. Кукловодушка. А так что... А давай-ка пошли. Ну тут уже да, я уже, как говорится, перфекту не получу. Ну, хотелось бы. Только моими когтянскими не убивай. Не смей. Так сказать, буду мстить за это. Не открывается вообще абсолютно. А почему? Ну да, естественно. Да, не подходи. Вот так вот. Все. Просто не торопимся. Я факирушка, понимаешь ли. Я люблю закомбить и при этом спокойно урон нанести. Хотя у меня урон, поймите ли, уже слишком уж мизерный. Ай, ну спасибо, да. Ну, я еще вот это прилетело. Ну ладно, понимаю. Хорошо, что не минус по хп. Факир бы меня точно снес за это. Нет. Вот так вот. Я быстрее оказался. Не убей. Нет. Давай, дуй, пожалуйста. Мне проблемы не нужны. Все, хорошо, я заберу первый раунд. Понимаешь, ты кукловодушка-то. Дорогуша, ты слишком уж тут, ну, жестоко манипулируешь. И слишком тут, ну, хреново реально делаешь. А так что, а можно как-нибудь по-другому? Вот, просто в наилищащем варианте сделать. Нет, ну ладно. Видимо, мне уже не судьба перфекта получить снова. Так что иди сюда. Вот так вот я его сделаю. По красоте. Ну да. И я, скорее всего, не убью. Печальненько. Но. Ладно. Я позажимаю. Естественно, не открываемся. Надо добивать же. Все, я добиваю. Хорошо. Перфекту я, естественно, не получаю. Да, печальненько. Может быть, я хотя бы на змеюге что-то да сделаю. Но змеюга у нас, естественно, идет следующая. А змеюга, понимаете ли, такова, что она превратилась вместо этого в гадюку. Гадюка пришла в арену, которая, понимаешь ли, научилась делать очень серьезные опыты. Реально, химиопедиологические. И в итоге все херачит токсином всех налево и направо. И потом еще хреначит со своим долбанным пробитием, который сносит минус по хп, а там еще плюс подлетает великолепнейшая комбинация катара, от которой, к счастью, можно отбиться. И которую, к счастью, можно переиграть и уничтожить, ведь гадюшка слабовата у нас. А тут у нас змеюга, видите ли, такая. Секая, ее не убить! Вот. Убить надо, понимаете ли, ее вот так. А, ну тут уже все. А шок раздал. И пожажи, позажимаем. ТП великолепного, да? Вроде как меня не убивает. Вот так вот сделаю. Бля, я хотя чуть по-другому. Нет. Я запрещаю тебе теневую юзай, понимаешь? О, вот так-то уже по-лучшему будет. Блядь, если запретить юзай теневую, то как бы будет легче. Слава богу, бомбочек нету. Была бомбочка, ты бы точно подорвался на месте и не встал бы, и получил бы еще леще в виде тяжелого удара. Давай сделаю вот так вот. Мне легче будет. По красоте? Ой, по красоте, слушай. Неплохо. Лови. Ну да, металлочки нету, поэтому я могу спокойно выпендриваться здесь. Ну, здесь должен вот так вот. А поступить. А потом сотворить великолепнейшее. А нет. Не пытайся меня убить, пожалуйста, змеюга. Не пытайся. Я все равно тебя вот так вот сделаю. Хорошо. Давай. Лови. Прям около стеночки. Приятненький моментик. Ну, хорошечно. Ну и, конечно, надо пойти поменяться. Сейчас мне достать шмотки, которые у меня валяются.
Ну, естественно, как бы от этого потом не получить ничего нового. Свежевание. Ну ладно, это мне пригодится. Я тем более юзаю это. Ну и мне легче. Так что давай-ка пошли. Сейчас я буду делать все по-настоящему. Неплохо я переоделся, значит. Ну и погнали. Я буду сейчас разбираться с невидимым, чем старый добрый. И с СНС-товарами, которые меня сейчас будут реально фигачить. Но... я буду фигачить еще сильнее, и ведь те, кто знает эту комбинацию, тот поймет. Ладно, давай, понеслась. А сейчас будем разбираться. А вот так вот, понимаешь? И я сделал все по красоте. Чтобы меня и не грохнули, и не убили. Ай, ну спасибо за шок великолепный. Ну да. Конечно, а может, пожалуйста, это... Нет. Не убей, пожалуйста, я еще жить-то хочу. Невидимыч! Дорогой мой дружочек, может это, по-честному, по чесночку? Чтобы было вот так вот. Нет, не хочет. Давай, вот так вот. Все, иди сюда. Нет, не хочет, иди сюда. Вот так-то легче мне будет. Закидаем сейчас просто. Ну да, вот так вот. Я постою, так сказать, на таран, а потом вот так вот. Нет. Не убей меня, пожалуйста. Я еще жить-то хочу. Ну и хорошо. Меня не убило. Ведь меня спас возврат урона. Не так ли? Да, конечно. Классно. Понимаете ли? Круче не бывает. Ну, а теперь сейчас мы... будем разбираться уже по-нормальному. Надеюсь, моего Геннадо сейчас снова не выбьют. Не на Геннадо, моя дорогая, нужна. Редкая. Ай, спасибо, естественно. Ну, давай тогда. Нет, не зажимай. Все. Ё-моё. Понимаю. Хотя бы сделал вот так. Лишь бы не вставали, лишь бы не убили. Так. А может не надо? Что, мне придется тебя так фигачить? О, уже на этот раз шок. Лови покрепче, мой дружочек. Так что, давай-ка, пожалуйста, иди куда подальше. Людей не мучи и не беспокой. И да пора без всех не фигачи. Потому что ты же у нас не гачи-мучи. Да? Которая любит просто тут повыпендриваться и да повылезать. Ну и, конечно же, тут это фистинг всем устраивать. А, ну давай, пошли дальше. Да, у нас сейчас дальше будет акробат, который меня будет зажимать, еще и при этом сушаков будет меня бить. Поймите, дальше хуже. Дальше клоун дурацкий. Ну и факир, который скажет мне до связи. Да. Круто. Но никуда не понимаешь. Подлетели, я в прекрасной, великолепной форме, видите сами, вот, в легионерских шмоточках. Ай, хорошо, что я заблочил, ой, спасибо, я не открылся, перед вашими глазами. Нет, пожалуйста, не убей, лови. Ой, хорошо, мне легче будет, прям минус похопать сразу на месте. Нет, не хочу я умирать. Я запрещаю тебе не уезжать, ясно? Ой, хорошо. Нет. Лови. Нет. И не в ухо не кидать. Все. Вот так ты лучше будет. Ты понимаешь? Не стоит тут баловаться, ты мой. Не стоит. Пытаешься меня тут закинуть, а в итоге не закидывается это все у тебя. Еще бы тебя, конечно, бы нейтрализовать, но понимаешь ли, тут нейтрализации нету. Это надо, получается, в арену мне идти. Ну, а арена это совсем другое, понимаете. Лев. Ай, спасибо, мне повезло. Лови маслиночку. Ой, гаражо. Вот так-то круче будет. Давай назад. Давай. Все, закидываем тебя на месте. Нет, тихо. Навесни, пожалуйста. Что происходит? Мне тут, понимаете ли, еще один фокус воткнули в виде зависания. Нет. А ты рофли. Все, ну и хорошо. Возвраточка, так сказать, меня выручила, так что... Нет, не выпендривайся. Возвраточка все равно вернется обратно. И скажет тебе до связи. Великолепная, это ему акробатушка. Ну, естественно, я получаю... рубинские, да, все верно, если я не ошибаюсь. Ну, да, они такие, да. Рубинские, которые мне сейчас пока что не пригодятся. Я бы мог бы тупо все слить на мир Маркуса, но, как говорится, я дождался того момента, когда отменили запрет на невозможно. Ладно, пошли, полетели дальше.
Клоун, да, сейчас будет. Клоун. Который меня сейчас будет ваншотать, понимаете ли, иглами. Да. Неприятный будет момент, к сожалению. Так что... Не уйдешь. Не уйдешь, к сожалению. Придется смириться с этим, да и выживать. Ну что, полетели, сейчас будем разбираться с этим злым клоуном дурацким. Да-да-да-да, конечно, своим личком великолепным. Нет, не убей, пожалуйста, я еще жить не хочу. Ну так, то лучше будет мне. Нет, нет, я запрещаю меня критовать. Лови. Ой, хороша. Так. Нет, ну тут уж уходи куда подальше и просто бросками действовать. Нет, запрещаю. Уйди. Ай, спасибо, да, ладно, хоть не минус по хп. А. Йот. Иди к черту, лови. Хороша. Дурацкий клоун. Понимаете, еще немного я попался в этот момент, но меня, так сказать, спас мой прибор великолепный в виде зависания. Да. Да. Я могу с этим еще как-то жить. Давай, клоун, понимаешь, не тяни мое время, я хочу к факирушке по-быстрому. Мозги тоже мне, пожалуйста, не парь. Так что давай вот так вот, по-мужски. И вот так вот. Хорошо. Приятно, да? Ах ты, блин, пригнулся совсем. А я еще при этом тебе крест слишком маленький дал. Почему я так это сделал? Ладно. И меня сейчас ты меня долбанешь точно. Да, долбанули. Нет. Упади, мне легче будет. Ну шо, ты не умираешь? Ну и хорошо, умер на месте. Иначе, понимаете ли, я бы точно сейчас бы умер. От теневой. А теневая здесь, ну, слишком уж больная. Ну, слишком. У Факира еще хуже теневая, так что... Смиритесь с этим. Да. И остается мне только выполнить последнюю просьбу. Последнюю вещь. Да. Давай, говори, фанатушка, естественно. Да я сейчас пойду, короче говоря, устрою ему МС-100. И устрою ему так называемый фистинг снова. Да, круто, не бывает. Как говорится... Пуловый перс против Нубаса. Да. Понеслась. Как сказать, битва у нас титанов, да? Вы понимаете ли, в цирке. Жак, что у нас тут не выступают животники. Печальненько. Только вот змеюга, зараза. Которая то противная. Ай, естественно, спасибо. Я хотел сделать по красоте, а в итоге нифига. Бросай, давай, все лучше. Лови. Ой, хорошо. Ну да, спасибо. Почему-то я промазал верхним ударом. Почему так это работает, я не понимаю. Ладно. Лови. Я тебя сейчас сделаю вот так вот. Покрепче. Вот так. Приятно, да, Факирушка? А нет, не убей. Все, хорошо. Так все мне будет лучше. Так что крик не убивает почему-то у меня. Мог бы убить, мог бы. Но скорее это из-за шмоток. Они же у меня редкие. Поэтому неудивительно для меня. Но зато как бы красивый по красоте, понимаете ли. Да, снова у нас тут все по-честному, по-чесноку. Да, не сувать, ну естественно, я могу и не суваться, но надо решать проблемы. Как говорится, мирного решения не будет. Это я лучше отойду. И меня огнем не пуляй, вот так у тебя. Ай, спасибо, дотянулся, да какой ты хитрожопый, на тебе тогда. Нет, не открылся. Понимаете? Дал ему верхним, все равно какая-то дичь. Нет, не суйся. Ну, естественно. Ай, спасибо, да, в голову вводит только хп. Почему? Нет. Возвраточка, спаси меня! Нет. Нет, не закидай сейчас меня, он меня просто, наверное, зажмет. А, лучше уйду, лучше уйду. Все. Нет. Хорошо. Пока что я могу отыграться. Ну, естественно, да, спасибо. Почему я с верхнего удара промазал? Не знаю. Факир у нас почему-то странно встает. Не кайся на какую-то эту хрень. Или на какую-то дичь. Да, снова у меня, как всегда, традиция сливать по раунду. Эх. Ну и у нас сейчас будет поп теневой готовый. Так что... А, в смысле, дядь, как ты до меня дотянул? Не понял. Ну, иди сюда. Допросился сам. Упади.
лови. Ёп! Эй, ты не к черту со своей. Хорошо. Просто уходим. Лови. Надо меня, естественно, сбивать. Все, я забираю второй раунд. Спасла меня так называемый моментик великолепный. Ведь крита. Ну ладно. Так, давай, последний раунд. Главное сейчас не сливаться. А то шмотки неприятно же тоже отыгрывать. Ну я чувствую, я скорее всего не выдержу. Меня, как всегда, опять забросят куда подальше и скажут типа: ой, дружище, нет, прости, да тебе шок, да тебе крит, да тебе похопа. Ладно. Вот сейчас он опять. Нет, не отреагировал. Решил подходить. Ну и молодец. Мне проще будет. Кстати, даже вот так вот сделал. Вот так, то лучше. Чтобы меня огнем не забросал. Можно бросить его? Ну, конечно. Спасибо, хоть не так. Нет. А, ладно. Не бей. Я уйду, да? Спасибо. Хорошо. Я уже думал, мне сейчас не повезет. Ну, естественно, у него полная теневая. Сейчас меня просто бабахнет. Нет. Не проиграй просто сейчас. Не проиграй этот момент. Лови. Нет. Все, хорошо. Да? Да. Вот это хорошо. Вот это правильно. Вот это лучше будет. Так что отдохни, пожалуйста. Не мучай никого. Нам, понимаешь ли, тоже нервишки нужны. И ты не безумец. Безумец и то хуже. Ничего тебе не дает сделать он. А тут, понимаешь, ты совсем другое, зажимательское. Слишком у тебя опасное. Забираю жетонские. Забираю бачок. Да, который мне ничего не даст. Так что давай-ка. Бачок, бите, бустер бачка. Давай, смотрю я, что там будет у меня сейчас. Смотрю и вижу, что мне падает абсолютно ничего нового, ведь это все равно у меня это есть. Ну, естественно, я там не получаю очков, потому что надо мне снова гнать и перегнать. Но, как говорится, я уже, наверное, сильно гнать не буду, потому что, ну, что-то мне уже неохота, понимаете ли. Слишком уж неохота. Ну да, ну поймите, такая вот ситуация. Ну что, друзья мои, я буду завершать наш выпуск с Факирюшкой. Факирюшка, конечно же, у нас не изменился. Все те же вещи происходят, все то же самое. Ну, естественно, начинается опять та же самая суета. Да, от нее, к сожалению, уже никак не уйдешь. Ну, понимаете ли, таков путь. Придется с этим смириться. Ну, я буду с вами прощаться. Всем удачи и всем пока. Конечно, ставим лайки, не забываем подписываться на канал, ставим колокольчик на видосики. Ну и, конечно же, всем удачи и всем пока.